толкание ядра. Илья Кириллов вышел на первое место, 17 метров 22 сантиметра. Даниил Кириллов 17.06. Это все попытки. Во второй попытке. Ну и успешно Полин Кнорос и 4.35. Ее начальная высота. Ну вот на высоте 4.30 завершили соревнования Екатерины Брянчина. Решила 4. Идет уже четвертая попытка. Илья Кириллов 17.22. Полина Кнорос первой попытки пока не справляется с высотой 4.45. Ну. Успех Полины Кнорос 4.50. Какую следующую высоту прыгать? А, Елизавета Бондаренко готовится. .844 у Кристины Клещевой. Мария Урбан, бронза, 8.51. Ну, Полина Кнорос пока попытка неудачная. Ну, взяла, видимо, более жесткий шест. 12.62 личный рекорд. 7.93 бежала зимой. Ну, а папа Владимир Граудень, один из лучших бегунов СССР 800 метров. И был рекордсменом России до Юрия Барзаковского. Толкание ядра завершилось, собственно, вот как... Лидеры так и остались на своих позициях. 17.22. Победный результат Ильи Кириллова. Первенство России. Thank you.
Ну что ж, заключительная попытка. У Полины Кнорос на высоте 4,60. Ничего. Все равно молодец, попробовала такую высоту, не получилось сегодня России. Кто побежит завтра в финале беги на 400 метров? Максим Тереков, 48-28, Дмитрий Разумов, 48-27, забеги Антон Чурилов, 48-01, Егор Филиппов, 47-74, Кирилл Колесов, 47-61 и Леонид Карасев, 47-67. Так, 48-28. Вот результат, который дал возможность выступить в финале. Сейчас у нас что получается? Финал на 60 метров. С барьерами у мужчин у нас 18-45.